Марк Мэнсон. Все хреново. Книга о надежде. Часть первая. Надежда. Глава первая. Неприятная правда. На маленьком клочке земли, в унылой глуши Центральной Европы, в бывших армейских казармах и хранилищах зародились семена географически сконцентрированного зла, страшнее и чернее, которого мир еще не видывал. За четыре года там были рассортированы, заточены, измучены пытками и убиты миллион триста тысяч человек. И все это на территории немногим больше центрального парка на Манхэттене. И никто не попытался остановить это, кроме одного человека. Такое бывает разве что в сказках и комиксах. Герои отправляются прямо в огненный зев ада, чтобы сразиться там с воплощением чистого зла. Никаких шансов на успех. Никакой логики. Однако наш фантастический герой не знает ни страха, ни сомнений. Он бросается в бой, убивает дракона, крушит демонов-захватчиков, спасает всю планету и может заодно парочку каких-нибудь принцесс. И на некоторое время возникает надежда. Но эта книга не о надежде. Она о том, что вся наша жизнь полная жопа. Такая громадная, что мы с вами, счастливые обладатели бесплатного Wi-Fi и пледов с рукавами, пока даже не можем представить себе весь ее масштаб. Витольд Пелецкий был отмечен за доблесть в бою еще до того, как решил пробраться в Аушвиц. В юности он участвовал в советско-польской войне, носил офицерское звание и имел боевые награды. Он надирал коммунистам задницу еще тогда, когда никто слыхом не слыхивал о розовых коммунистических свиньях. Обозначение для сочувствующих коммунистам в США. Примечание переводчика. После войны Пелецкий поселился в деревне, женился на школьной учительнице и обзавелся двумя детьми. Он любил ездить верхом, носить модные шляпы и курить сигары. Жизнь была проста и хороша. Но тут объявился Гитлер, и поляки не успели впрыгнуть в сапоги, как нацисты уже оттяпали со своим блицкригом пол страны. Чуть больше, чем за месяц, Польша потеряла всю свою территорию. Схватка, однако, была неравная. Пока нацисты атаковали с запада, с востока двигались советы. Страна оказалась между молотом и наковальней. Причем молотом был массовый убийца с манией величия и желанием захватить весь мир, а наковальней неистовый безумный геноцид. Я до сих пор не уверен, что именно было с какой стороны. Действительно, поначалу советы были похлеще нацистов. Они уже знали и практиковали эту фишку – сбросить чужое правительство и подчинить народ своей ложной идеологии а нацисты были пока империалистическими девственниками, что неудивительно, посмотрите на усики Гитлера. По некоторым данным, за первые месяцы войны Советы захватили и отправили на восток более миллиона поляков. Только подумайте об этом. За пару месяцев из страны исчез миллион людей. Некоторые дошли аж до лагерей в Сибири. Некоторых нашли в общих могилах десятки лет спустя. Судьба многих неизвестна по сей день. Пелецкий сражался на обоих фронтах, и против немцев, и против советов. А потерпев поражение, вместе с другими польскими офицерами организовал в Варшаве подпольную группу сопротивления. Они назвали себя «Тайной польской армией». Весной 1940 года Тайная польская армия прознала о том, что немцы строят крупный тюремный комплекс на окраине какого-то захолустного городишка в южной части страны. Гитлеровцы назвали этот новый лагерь Аушвицем. К лету 1940 года из Западной Польши стали пропадать тысячи офицеров и выдающихся граждан страны. В рядах сопротивления возникли опасения, что немцы тоже почувствовали вкус к массовым арестам, которые недавно практиковались на Востоке. Пелецкий и его соратники заподозрили, что Аушвиц, тюрьма размером с маленький город, имеет к исчезновениям непосредственное отношение и что в ней, возможно, уже содержатся тысячи польских солдат. И вот тогда Пелецкий вызвался пробраться в Аушвиц. Он замышлял это как спасательную операцию, собирался сдаться немцам, а попав в лагерь, организовать там мятеж и вырваться на свободу с другими пленниками. План был просто самоубийственным, с тем же успехом он мог бы попросить у командира разрешения выпить ведро отбеливателя. Начальство решило, что Пелецкий свихнулся и отказало. Но с каждой неделей ситуация становилась все хуже. Исчезали тысячи представителей польской элиты, а Аушвиц по-прежнему оставался огромным слепым пятном для союзнической разведывательной сети. Союзники понятия не имели, что там творится, и с трудом представляли себе, как это выяснить. В конце концов, командование дало Пелецкому добро, и как-то вечером во время очередной облавы в Варшаве Пелецкий был арестован эсэсовцами за нарушение комендантского часа. Совсем скоро он был отправлен в Аушвиц, и стал единственным известным в истории человеком, который попал в нацистский концентрационный лагерь по собственной воле. Едва очутившись там, он понял, что в реальности Аушвиц куда ужаснее, чем все думали. Заключенных систематически расстреливали во время перекличек за малейшую провинность, например, за то, что человек переминался на месте или недостаточно ровно стоял. Их принуждали к изматывающему бесконечному ручному труду. Люди надрывались и умирали, выполняя подчас совершенно бесполезную и никому не нужную работу. За первый месяц пребывания Пелецкого в лагере треть заключенных из его барака погибли от истощения или пневмонии, или были расстреляны охраной. Несмотря на это, к концу 1940 года Белецкий, чертов супергерой из комиксов, развернул там самую, что ни на есть, настоящую шпионскую операцию. Ох, Пелецкий. Титан, Смельчак, парящий над бездной, как же ты сумел наладить разведывательную сеть, пряча записки в корзинах для белья. Как ты, спецагент Макгайвер, умудрился собрать транзисторный радиоприемник из запчастей и ворованных батареек? и передать план атаки на лагерь тайной польской армии в Варшаву. Как тебе удалось организовать контрабанду, раздобыть еду, лекарства и одежду для заключенных, спасти кучу жизней и вселить надежду в самые опустошенные души? Чем этот мир заслужил такого, как ты? За два года Пелецкий создал в Аушвице целый отряд сопротивления. В нем были и своя субординация, звание, и командование, своя логистическая сеть и каналы связи с внешним миром. И почти два года эсэсовцы ничего этого не замечали. Конечной целью Пелецкого было поднять в лагере полномасштабный бунт. Он верил, что с внешней помощью и координацией он сможет подтолкнуть узников к побегу, расправиться с численно слабой охраной и выпустить на волю 10 тысяч отлично подготовленных повстанцев. Он передавал в Варшаву отчеты о положении в лагере и детали своего плана. Тянулись долгие месяцы ожидания. Долгие месяцы выживания. А затем в лагере появились евреи. Сначала их привозили в автобусах, потом в битком набитых поездах. Они стекались в Аушвиц десятками тысяч, бурлящий поток людей, впадающий в океан отчаяния и смерти лишенных всякого семейного имущества и статуса, их механически распределяли по недавно отстроенным душевым, где травили газом, а тела после сжигали в крематории. Отчеты Пелецкого наполнились ужасом и яростью. Здесь каждый день убивают десятки тысяч людей. Счет жертвам уже, возможно, идет на миллионы. Он умолял, чтобы тайная польская армия освободила лагерь немедленно. А если не может, то хотя бы разбомбила его. Лишь бы уничтожили Бога ради эти газовые камеры. Хоть так. Тайная польская армия получила его донесение, но решила, что он сгущает краски. Но ну, не может быть, чтобы все было настолько ужасно. Так не бывает. Пелецкий стал первым, кто рассказал миру о Холокосте. Его сведения были переданы сначала различным группам сопротивления в Польше, а затем польскому правительству в Изгнании, которое находилось в Великобритании и представило отчеты Пелецкого командованию союзных войск в Лондоне. В итоге эти данные дошли аж до Эйзенхауэра и Черчилля. Но оба они тоже решили, что Пелецкий должно быть преувеличивает. В 1943 году Пелецкий понял, что его надеждам на бунт и освобождение заключенных не суждено сбыться. Тайная польская армия не придет на помощь. Американцы и британцы тоже. И скорее всего, если кто и придет, это будет СССР, худший из всех вариантов. Пелецкий решил, что оставаться в лагере слишком рискованно. Пора бежать. Конечно, в его исполнении и побег из Аушвица кажется плевым делом. Он притворился больным, и добился, чтобы его отправили в тюремную больницу. Там он соврал врачам насчет того, в какую рабочую группу его нужно вернуть, сказав, что должен выйти в ночную смену в пекарне, что у границы лагеря возле реки. После осмотра он отправился в пекарню, где продолжил работать до двух часов ночи, когда была выпечена последняя партия хлеба, а дальше оставалось всего-то перерезать телефонный провод, тихонько взломать дверь черного хода, незаметно для охраны переодеться в ворованную штатскую одежду, пробежать под пулями милю до реки и отыскать путь к цивилизации, ориентируясь по звездам. Сегодня нам нередко кажется, что мы живем в какой-то жопе. Конечно, не в такой жопе, как при нацистах и Холокосте. Даже и близко нет. Но все же. История таких людей, как Пелецкий, вдохновляют нас, дают нам надежду, заставляют нас сказать себе «Черт, раньше все было в сто раз хуже, но этот мужик справился, а чего я добился?» О чем в нашу эпоху диванных экспертов, твит-штормов и порно-беспредела, наверное, и правда стоило бы задуматься. Если чуть отстраниться и шире взглянуть на жизнь, тут же понимаешь, пока такие герои, как Пелецкий, спасают мир, мы воюем с комарами и жалуемся на неработающий кондиционер. История Пелецкого – единственный пример истинного героизма, который попался мне за всю жизнь. Потому что героизм – это не просто храбрость, дерзость или находчивость. Эти черты встречаются часто и используются для совершенно не героических поступков. Нет, истинный героизм – это способность вселить в людей надежду, даже когда надеется не на что, черкнуть спичкой и осветить бездну указать путь к лучшему миру, не к тому лучшему миру, в котором мы хотели бы оказаться, а к тому, в котором мы могли бы оказаться, но не знали как. Взять абсолютно чудовищную ситуацию и как-то ее улучшить. Храбрость – штука обыденная, и стойкость тоже. Но в героизме всегда присутствует некая философская составляющая, какое-то великое «зачем», которым герой руководствуется, невероятная цель или вера, которую он сохраняет в себе вопреки всему. И вот поэтому сейчас мы как культура столь отчаянно нуждаемся в герое. Не потому, что нам так уж плохо живется, а потому, что мы утратили это отчетливое «зачем», которое указывало путь предыдущим поколениям. Мы, культура которой не нужны мир, благополучия и новые фигурки на радиаторы электромобилей. Все это у нас и так есть. Мы, культура, которой нужно нечто куда более неуловимое. Мы, культура и народ, которым нужна надежда. Пережив годы войны, пыток, смертей и геноцида, Пелецкий не утратил надежду. Потеряв свою страну, семью, друзей и едва не расставшись с собственной жизнью, он не утратил надежду. И даже после войны, когда его родина оказалась под властью СССР, он все равно не утратил надежду на то, что однажды Польша станет свободной и независимой. Он не утратил надежду на спокойное и счастливое будущее для своих детей. Он не утратил надежду на то, что сумеет спасти еще хотя бы несколько жизней, помочь еще хотя бы нескольким людям. После войны Пелецкий вернулся в Варшаву и продолжил шпионскую деятельность. Теперь уже против коммунистической партии, которая только что пришла к власти. И опять стал первым человеком, сообщившим Западу о творившихся злодеяниях. На этот раз о том, что советы внедрились в польское правительство и фальсифицировали выборы. Он также стал первым, кто задокументировал те зверства, которые советы творили на востоке страны в военное время. Но в этот раз его раскрыли. Его предупредили о грядущем аресте, и у него была возможность уехать в Италию. Однако Пелецкий отказался. Он решил, что лучше остаться и умереть полякам, чем бежать и жить, как неизвестно кто. Свободная и независимая Польша была тогда его единственным источником надежды. Без нее у него ничего бы не осталось. Так надежда стала причиной его гибели. В 1947 году Пелецкий попал в руки коммунистам, и они были к нему беспощадны. Его пытали почти год, причем жестоко и последовательно. Он говорил жене, что по сравнению с этим Аушвиц был пустяком. Но сотрудничать с палачами он так и не согласился. В конце концов, поняв, что информации от него не добиться, коммунисты решили сделать его козлом отпущения. В 1948 году они провели показательное слушание и обвинили Пелецкого во всем, начиная с фальсификации документов и нарушения комендантского часа, до шпионажа и государственной измены. Месяц спустя его признали виновным и приговорили к смерти. В последний день процесса Пелецкому дали слово. Он сказал, что всегда был верен Польше и ее народу, что он не подставил и не предал ни одного поляка, и что ему не в чем Раскаиваться. Свою речь он завершил словами. Я старался прожить жизнь так, чтобы встретить свой смертный час с радостью, а не со страхом. И если это не самое крутое высказывание, которое вы слышали в жизни, то я хочу знать, что вы там употребляете. Чем я могу вам помочь? Если бы я работал в Starbucks, я бы писал клиентам на стаканчиках не их имена, а такой текст. Однажды придет день, когда вас и всех ваших близких не станет. И за исключением одной маленькой группы людей, для которых вы очень непродолжительное время еще будете что-то значить, никто уже не вспомнит о том, что вы когда-либо сделали или сказали. Это неприятная правда жизни. Все, во что вы верите и что делаете, лишь хитроумные способы ее завуалировать. Мы ничтожная космическая пыль, которая толчется и копошится на поверхности малюсенькой голубой бусинки. Мы воображаем собственную значимость. Все наши цели надуманные. Мы – ничто. Пейте свой сраный кофе. Мне бы, конечно, пришлось писать это крохотными буквами, и на это уходило бы куча времени, так что по утрам хвост очереди торчал бы за дверьми кофейни. И все жаловались бы на отвратительный сервис. Наверное, это одна из причин, по которой меня нельзя брать на нормальную работу. Но серьезно. Кто в здравом уме может пожелать другому хорошего дня, зная, что в основе всех наших размышлений и мотивов лежит постоянное стремление уйти от неизмены бессмысленности человеческого существования. Ведь в масштабах бесконечно расширяющегося пространства времени вселенной пофиг, хорошо ли пройдет замена тазобедренного сустава у вашей матери, поступят ли ваши дети в колледж и похвалит ли вас начальник за шикарную электронную таблицу. Ей пофиг, победят ли на выборах демократы или республиканцы. Ей пофиг, что какого-то героя таблоидов застукали, когда он нюхал кокаин и остервенело мастурбировал в туалете аэропорта. Опять. Ей пофиг, что у нас горят леса, тают льды, случаются наводнения, накаляется атмосфера или что какая-нибудь более развитая внеземная цивилизация может однажды прилететь и нас распылить. Но вам нет. Вам не пофиг, и вы отчаянно убеждаете себя, что раз вам не пофиг, у всего этого должно быть какое-то великое космическое значение. Вам не пофиг, потому что где-то глубоко внутри себя вы знаете. Вам нужно это чувство значимости, чтобы прикрыться им от неприятной правды, от непостижимости своего существования, от угрозы быть раздавленным грузом собственного материального ничтожества. И вы, и я, и все остальные, Затем проецируете эту воображаемую значимость на окружающий мир, потому что это дает вам надежду. Я слишком рано завел этот разговор. Вот вам еще кофе. Я даже подмигивающий смайлик изобразил на нем молочной пенкой. Но разве не прелесть? Я подожду, пока вы выложите его в Инстаграм. Так на чем мы остановились? Ах да, непостижимость вашего существования. Точно. Быть может вы сейчас думаете, да ладно, Марк, я верю, что мы здесь не просто так. Совпадений не бывает, и у каждого есть своя роль. Потому что все наши поступки воздействуют на кого-то другого. И если мы помогли хотя бы одному человеку, мы уже прожили свою жизнь не зря. Так ведь? Вы ж мой зайчик. Видите, это в вас говорит надежда. Ваш мозг сплел эту историю, чтобы дать вам повод вставать по утрам с постели. Вам нужно что-то важное, потому что если ничто не важно, нет смысла жить дальше. А какое-нибудь проявление банального альтруизма или попытка облегчить страдания – это самая безотказная палочка-выручалочка, так мозгу проще всего заставить вас поверить, будто вы для чего-то нужны. Без надежды наша психика как рыба без воды. Надежда – это топливо для нашего ментального мотора, лакомый кусочек для нашего сознания. И еще масса пошлых метафор. Без надежды весь наш ментальный аппарат заглохнет или оголодает. Если мы перестанем верить, что у нас есть шанс на светлое будущее, что наша жизнь так или иначе станет лучше, мы духовно погибнем. Ведь если нет надежды на то, что все когда-то наладится, зачем тогда жить? Зачем вообще что-то делать? Многие никак не поймут одну вещь. Противоположность счастью – это не злость или печаль. Если вы злитесь или грустите, это значит, что вам все еще не пофиг. Для вас что-то имеет значение. У вас еще есть надежда. Нет, противоположность счастью – это безнадежность. Бесконечный серый горизонт смирения и безразличия. Это убежденность в том, что кругом одна сплошная жопа, а раз так, зачем вообще дергаться? Безнадежность — это холодный и унылый нигилизм. Ощущение, что ни в чем нет смысла. Так что хрен с ним совсем. Почему бы не поиграть со спичками, не переспать с женой босса и не устроить стрельбу в школе? Это неприятная правда. Молчаливое осознание того, что перед лицом вечности все, что могло бы представить для нас хоть какую-то важность, стремительно сводится к нулю. Безнадежность основа тревоги, психических расстройств и депрессии. Это источник всех бед и причина всех зависимостей. Я не преувеличиваю. Хроническая тревога – это кризис надежды. Это страх грядущего краха. Депрессия – тоже кризис надежды. Это убежденность в бессмысленности всего грядущего. Бред Зависимость, мания – все это отчаянные истерические попытки сознания сгенерировать надежду ценой очередного нервного тика, очередной непреодолимой тяги. Уход от безнадежности, то есть порождение надежды, становится главным проектом нашего сознания. Все смыслы, все наше самовосприятие в этом мире выстраиваются ради одной цели – поддерживать в нас надежду. Поэтому надежда это единственное, ради чего мы все готовы умереть. Мы верим, что она важнее нас самих. А без нее мы ничто. Когда я учился в колледже, у меня умер дедушка. После этого меня несколько лет не покидало навязчивое чувство, что я должен прожить жизнь так, чтобы он мной гордился. На каком-то глубинном уровне мне казалось, что это правильно и естественно. Но с чего бы вдруг? На самом деле не было в этом никакой логики. Я никогда не был с ним близок, мы не созванивались, не писали друг другу писем. Последние лет пять его жизни мы вообще не виделись. Не говоря уже о том, что он умер. Какое ему было дело до моего прожить жизнь так, чтобы он мной гордился? Его смерть заставила меня посмотреть в глаза неприятной правде, и чтобы дать мне точку опоры, и отбиться от нигилизма, мое сознание начало изобретать надежду. Оно решило, что раз дедушка лишился возможности надеяться и строить планы на собственную жизнь, я должен стремиться достигнуть чего-то в его честь. Это стало моей личной краюшкой веры, моей персональной мини-религией цели. И какой эффективный! На некоторое время его смерть наделила все мои банальные и пустые занятия важностью и смыслом. И этот смысл давал мне надежду. Возможно, вы тоже испытывали нечто подобное, когда теряли близких. Это распространенное чувство. Вы говорите себе, что будете жить так, чтобы дорогой вам человек вами гордился. Вы обещаете, что своей жизнью прославите его. Вы убеждаете себя, что это важно и нужно. И это важное и нужное поддерживает нас в минуты экзистенциального ужаса. Я жил, представляя себе, что дедушка ходит за мной по пятам, эдакий не в меру любопытный призрак, и все время заглядывает мне через плечо. Человек, которого я едва знал при жизни, теперь почему-то проявлял живейший интерес к моим успехам в математическом анализе. Полный абсурд. Наша психика сочиняет подобные легенды всякий раз, когда нас постигает несчастье. Мы сами придумываем для себя утешительные истории о том, как было до и как станет после. И нам приходится сохранять веру в эти вымышленные сюжеты, даже если они становятся бессмысленными или вообще вредными, потому что только их стабилизирующая сила может защитить наше сознание от неприятной правды. Именно эти внутренние обоснования надежды помогают нам жить с ощущением, что в нашей жизни есть цель. Они не только подразумевают, что будущее может оказаться лучше настоящего, но также убеждают нас, что мы вполне способны взять и добиться этого самого будущего. Все эти разговоры о том, что кто-то не может найти цель в жизни, значит лишь одно – человек перестал понимать, что для него важно и на что стоило бы расходовать свое ограниченное время пребывания здесь на Земле. Короче говоря, на что возлагать свои надежды он никак не может представить себе, какой должна быть его жизнь до и после. Непростая задача определить для себя эти до и после. И труднее всего то, что нет никаких способов узнать наверняка, правы вы или нет. Именно поэтому так много народу тянется к вере. Религии констатируют это перманентное состояние незнания и требуют принимать его, не раздумывая. Отчасти это объясняет, Почему религиозные люди страдают депрессией и совершают самоубийство гораздо реже нерелигиозных? Привычная им вера защищает их от неприятной правды. Но ваше обоснование надежды не обязательно должно быть религиозным. Оно может быть каким угодно. Эта книга – мой маленький источник надежды. Она дает мне цель. Она наделяет мою жизнь смыслом. Обоснование, которое я для себя сочинил, звучит так. Я верю, что эта книга поможет другим, что она сделает мою жизнь и мир вокруг немного лучше. Знаю ли я это наверняка? Нет. Но это моя личная история до и после. И я без нее не могу. Она поднимает меня утром с постели, она помогает мне радоваться жизни. Для меня это не просто неплохая мотивация. Это моя единственная мотивация. Для одних людей такой историей до и после становится воспитание детей, для других – спасение окружающей среды. Кто-то стремится заработать кучу денег и купить здоровенную яхту, кто-то научится попадать по мячу клюшкой для гольфа. Осознаем мы это или нет, в голове у каждого из нас есть какая-нибудь легенда, на которую мы по какой-то причине решили купиться. Неважно, что порождает в вас надежду. Религиозная вера, научно обоснованная теория, интуитивное прозрение или хорошо обоснованные доводы. Результат один. Вы будете убеждены в том, что А. У нас есть потенциал для роста, улучшения или спасения в будущем. И Б. Есть способы добраться до этого будущего. Вот и все. Итак, день за днем, год за годом мы проживаем свои жизни в бесконечной череде сменяющих друг друга легенд. Это как психологический аналог морковки на палочке. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, я вовсе не за нигилизм. И эта книга вовсе не аргумент в его пользу. Она как раз-таки против нигилизма и того нигилизма, который живет внутри нас, и той атмосферы нигилизма, которая, по всей видимости, заполняет современный мир. А чтобы успешно оспаривать нигилизм, нужно с него и начинать. Нужно начинать с неприятной правды. И отсюда медленно выстраивать свои доводы в пользу надежды. И не просто какой-то надежды, а надежды в ее самой устойчивой, самой благотворной форме. Надежды, которая сумеет объединить, а не расколоть нас надежда крепкой и мощной, и вместе с тем не оторванной от здравомыслия и реальности, надежда, с которой мы пройдем весь свой путь до последнего дня, не теряя чувства благодарности и удовлетворенности. Сделать это, очевидно, непросто. А в 21 веке, похоже, даже труднее, чем раньше. Современным миром завладели нигилизм и свойственное ему слепое потворствование своим желаниям власть ради власти, успех ради успеха, удовольствие ради удовольствия. Нигилизм игнорирует мировоззренческое «зачем?», он не признает никаких великих истин и целей. Его мотив прост – за тем, что мне это приятно. И как раз из-за него, как мы увидим дальше, наш мир и кажется таким поганым.